Ребята, тут валик покрасили, который собирали уже давно. Сегодня наконец-то покрасили. Ну, особо, естественно, видно много эти вот как царапины. То есть он не шкурился специально до хорошего металла, до чистого гладкого-то. Покраска чисто декоративная, так как он при первом же выезде поедет в кусты. Собирался машина для надежности, а не для красоты. Но как бы 3 года он стоял в гараже, еще никак не могли до него добраться. Наконец-то с покраской закончено, осталось мелочи. Фары в салоне чуть. И все, и можно в путь.